Не торопись, каждый из этих патронов стоит 80 центов. Хорошо, перезаряжай. Ты дергаешь спуск. Большинство из пуль попадают выше и левее. Да, оно так не работает. Это похоже на то, как пули ориентируются в стволе. Смысл ясен? Что по логике надо сделать? Вот так вот имеет смысл. Они в определенном порядке там лежат. Просто поставь обойму таким образом. Отведи ее до конца, чтобы она зацепилась. Запихивай до конца. Сильней. Вот так, как сильней. Вот почему видеоигры — это плохо. Они не развивают мышцы. Кулаком тоже не получится. Святая корова, давай, держи винтовку. Таким образом. Прежде чем снова начнем тратить деньги, давай тогда сам стреляй. Хочешь хороший кадр, сам стреляй. Я хочу, чтобы ты попал, но не стреляй так быстро, как будто ты в игре. Не получится, ты промахиваешься почти всегда. Я говорю тебе, как попадать, замедляйся, нажимай спуск медленнее, а то ты его дергаешь. Ты по нему лупишь вот так, и отбрасываешь выстрелы. Надо нажимать на спуск очень медленно, пока стреляешь. Сечешь? Я хочу, чтобы ты тратил 20 секунд между каждым выстрелом. Ты, очевидно, это можешь сделать, потому что ты три подряд попал. Молодец. Замедлись.